Вадим, в двух словах, в чем суть вашей проекта? Суть проекта очень простая. Мы придумали устройство, которое позволит вам практически забыть о том, что в подходящий момент у вас разрядился мобильный телефон. То есть есть уже какое-то портативное устройство? Есть уже портативное устройство, есть прототип, есть патент, который защищает права по этому. А покажете наш опыт? Попробуем. Будем ждать. А зачем вы пришли на шоу? Вы знаете, я бы хотел привлечь в первую очередь внимание к такой важной проблеме, да, которая сегодня у каждого практически есть, но при этом очень мало решений существует, которые так или иначе позволяют эту проблему решать. И найти партнеров, найти инвесторов, возможно, да, которые будут еще нам продвигать проект. Так, я желаю вам успехов. Спасибо. Увидимся на шоу. Спасибо. Добрый, жаркий вечер, наверное. Да? Итак, представлюсь еще раз. Меня зовут Вадим Векер. Я представляю проект «Триада Kinetic Power». Давайте немножко сразу о реалиях жизни. Я немножко расскажу вообще о проблеме. И вот как в презентационном ролике я уже сказал, да, это проблема, которая, так или иначе, наверное, касалась каждого из вас, а может быть, даже она касается кого-то сейчас, кто сидит в зале, да. Когда не хватает энергии, да? Вообще популяризация мобильных телефонов, сейчас, наверное, если я скажу такое волшебное слово, как Pokemon Go, да, у многих там сразу заработает мысль в правильном направлении. Мы очень много сейчас любим отдыхать отдыхать на природе, да, какие-то там пикники, афиши, нашествия. Вот сейчас новая игра, которую Nintendo компания нам представила, да, то есть это тоже нужно по улице ходить, кого-то искать, что-то делать там, и так далее, и так далее. Все это очень сильно нагружает, аккумулятор, и без того не очень сильный аккумулятор мобильного телефона. И я со своими партнерами задумался вообще, что можно здесь сделать, как можно вообще эту проблему решить. Помимо этого, да, мы параллельно начали думать о том, что вообще мы сегодня делаем с мобильными телефонами. Мы их используем везде. Мобильные устройства, мобильные гаджеты, которые у каждого есть, да, это и Wi-Fi модемы могут быть, это могут быть и какие-то USB-фонарики, да, для охотников, которые тоже там можно использовать. Все это нужно каким-то образом заряжать. Как это сейчас происходит, я думаю, рассказывать не нужно. Да? Но в лучшем случае, вот поднимите руки, пожалуйста, те, у кого в сумке лежит Powerbank, да, мы это называем, можно мне просто для статистики, да? То есть это штука, да, которая лежит у вас в сумке, и в принципе она очень хорошая, она вам очень сильно помогает, но что может случиться? В какой-то момент вы можете вспомнить, что вы ее забыли зарядить. И вот тут такой ба-бам, да, и как вот Windows раньше был, синий экран, я же говорю. Вот здесь примерно то же самое, да? Где может применяться технология, о которой я говорю? Я просто немножечко так сейчас небольшой тизер, а потом вы уже увидите, собственно, то, что я вам предлагаю. Применение может быть самое разнообразное. Как я уже сказал, это от мобильных телефонов до, на самом деле, оборонного комплекса. Я общался с серьезными достаточно господами, которые занимаются там всякими перспективными видами вооружений, они тоже очень такой большой интерес высказывают к этой технологии. Более того, нужно сказать, что в Соединенных Штатах, в Европе уже, к сожалению, или к счастью, может быть, да, этой проблематикой занимаются уже достаточно давно, и там гораздо более интересная работа есть. Но вот сейчас можем, скажем так, с нашим вот этим прекрасным гаджетом успеть, даже не каждому, а технологии, да, правильно говорить, технологии, успеть запрыгнуть в уезжающий поезд, скажем так, да, это вот правильно говорить, да. Что касается монетизации, здесь нужно было два слова, естественно, об этом сказать, я просто тоже достаточно много, поскольку это все-таки стартап-шоу, и нужно сказать, что там пытаемся зарабатывать деньги, да, это не просто мы несем доброе, светлое в мир. Естественно, мы в первую очередь планируем продавать наше устройство обычным людям, да, то есть это B2C рынок, да, бизнес-классный. Ну и, конечно же, это возможность работать с большими ритейловыми сетями. В частности, вот Спортмастер проявил такой интерес достаточно, да, большой к нашей потенциальной будущей продукции. И ряд других компаний. Сейчас мы задумываемся о том, куда можем вообще дальше это двигать, эту технологию. И, конечно же, это силы гражданской обороны, да, которые МЧС
и там разные другие компании, которые, опять же, входят в наш военно-промышленный комплекс. Это, в общем-то, такой краеугольный камень, но это совсем другая история, но, тем не менее, там тоже могут быть достаточно большие продажи, достаточно большой рынок. Проект сегодня уже, в проект проинвестировано более 8 миллионов рублей. На сегодняшний день это не просто да, что-то, что там написано каким-то кодом, да, где-то в iOS, или это какая-то непонятная вещь в Android, которую нужно скачивать и устанавливать. Нет, это штука, которая вы можете потрогать руками. Более того, она сейчас лежит у меня в кармане. И пока вот я тут перемещаюсь так плавно по сцене, да, соответственно, я немножечко вырабатываю электроэнергию, да, чуть-чуть. То есть я становлюсь, собственно, сам себе зарядной станцией такой, да, электростанцией. И, в общем-то, каждый из вас может к этому движению примкнуть. Где-то был такой интересный проект, когда в каком-то парке тоже людям давали крутить велосипеды, вот эти вот такие, да, обычные тренажеры. И там висело огромное табло, сколько выработали ватт электроэнергии люди. Вот мы хотим что-то примерно тоже такое потом сделать, собирать информацию и показывать. Вот. И самое главное, естественно, это патенты. Да, я уже говорил о том, что сам проект уже проходит в Роспатенте экспертизу, ну, в ряде других патентов. Вот. Ну, тут немного про инвестиции, да, это так, цифры, просто чтобы, опять же, как-то немножко соблюсти политес и, в общем-то, рассказать о том, что положено рассказывать на таких мероприятиях. Сейчас мы находимся в стадии патентования, но, тем не менее, естественно, если найдется меценат, который захочет проинвестировать в проект, мы будем только рады, мы готовы поделиться, мы жадные. В общем, и в принципе для дальнейшего развития, конечно, проект нужно будет вкладывать определенные деньги. Ну, здесь мои контакты, и здесь вот, собственно, то устройство, как первая версия, да, я показываю. Это вот, знаете, сейчас у нас из серии было и вот, собственно, стало, да? То есть это то, как оно выглядит вот сейчас. Ну и будет, скорее всего, выглядеть в дальнейшем. То есть это вот такое вот, ну, чтобы было понятно, да, вот сейчас вы видите, ничего не горит, вот если его подвести. Да, оно начинает таким мигать синим огонечком, показывая тем самым, что оно активно сейчас заряжается прямо фактически у меня в руках. Да, вот. То есть сам проект, вот, собственно, наглядный, как уже сказал, можно потрогать руками. По-моему, что-то уникальное вообще. Подождите, но мне все-таки интересен принцип работы, это вот потрясающе. Это мой любимый вопрос, причем контакт. Если говорить вообще вот, в целом, да, был такой замечательный ученый в 1851 году, Майкл Фарадей, сформулировал принцип электромагнитной индукции, которым мы все с вами пользуемся тоже каждый день. Вот эти софиты, вот этот прекрасный ноутбук, все работает, основа, да, вот этот принцип электромагнитной индукции. Вот мы взяли просто уже существующее решение и фактически из 50 существующих способов придумали 51-й, как можно решить эту проблему, как можно получить электроэнергию. На холодильнике у всех магниты есть? Вот, да, вот, всех есть. Вот, потенциально, собственно, это ваши электростанции. То есть это те самые вещи, которые могут вырабатывать электричество. Вадим, скажите честно, какое отношение имеете к китайской мафии? Китайской мафии? Ну, просто люди, которые знакомы с культурой Китая, они знают, что триада, название триады, так называется оргпреступность. Известная оргпреступность в Китае. Но они могли бы, могут напрячься, грубо говоря. Вообще, вы знаете, я тоже, когда прорабатывал вопрос названия, когда мне мои коллеги принесли вот это вот интересное название, то есть мы выбирали много чего, вдруг неожиданно возникла триада. Но если вы зайдете в Википедию и посмотрите, оказывается, что триада – это символ бесконечного движения, на самом деле, да, перетекающего вот этого движения, такая, то есть, лента Мёбиус. Поэтому это, наверное, китайцы уже потом решили, ну, что мафия же бессмертная, поэтому это бесконечное движение, наверное. С другой стороны, пусть думают, что вы имеете к ней какое-то отношение. Да, да, за нами большими постоянно. Скажите, да, пожалуйста, а про туристов поняла, про частных людей, которые там были на прошлом. Как это можно использовать в гражданской обороне сейчас? Я не понимаю. Ну, вот опять же про Крым. Давайте я, можно? Давайте. Без политики, но по главам, да, что называется.
Недавно там всякие злобные и хорошие люди взяли, назвали... Сейчас смотрят в Крым. Ну, тем более. Лично. Да, привет. Лично Минэкономразвитие смотрит нас сейчас. Взорвали вышку, упало, цвета нет, все плохо. И я смотрю, прям вот хочу в телевизор к ним туда прыгнуть. Это хорошо, мы лично так все много. Хорошо, ладно, на слой. Почему? У них прямо по телевизору сказали, что нечем заряжать мобильные телефоны. То есть осветили улицы, придумали, как там все-таки в домах что-то сделать, а телефон зарядить нечем. Вот, я прям вот хотел к ним туда ехать и прям где-то ларек там открывать, подходи на розовый огород, половина сахар, половина. Но у вас проработаны какие-то, есть какие-то переговоры с представителями или нет? Только ваши... Я, скажем так, как человек в некоторой степени связанный с Густайной, да, переговоры есть, и мы сейчас, ну, я не случайно заикнулся про перспективные вооружения. Если вы знаете, что сейчас разрабатывается такой носимый комплекс «Ратник», он называется, да? Вот. А вот после «Ратника» будет вот этот как раз мы сейчас активно общаемся с коллегами из... Да, которые, в общем-то, как раз заинтересованы в том, чтобы боец, когда он бежит, когда он, самое главное, лежит, да, он все равно вырабатывал электрическую энергию. Потому что как это выглядит сейчас, я могу рассказать, наверное. Может, я готов. Ну да. Вот, но это, в общем, печально. То есть это все... Порожняком не лежал, в общем. Вообще, да, чтобы он, в принципе, не лежал, мне кажется. Пускай бегает, нехай энергию вырабатывает. Хорошо, есть? Так, вопрос еще себестоимость самого, вот есть прототип, то есть какая это себестоимость? Ну, есть. Я, наверное, ну, про себестоимость, если вы позволите, да, не буду, хотя, ну, почему нет, могу сказать, собственно, тут ничего. $4? Не, ну, все, да, ну, 19? Нормально, 29. Я уже что-то запутался, 29-30. Не, ну, просто, если мы говорим, короче, это масс-маркет. Я пошел на Alibaba, просто купил, и это миллионные заказывали. Если это дешевле, если дороже, то это уже не масс-маркет. Мы заказывали, кстати, Alibaba тоже как это уже там интересовался. Мы заказывали исследование, и вот, ну, да, маркетинговое исследование, которое нам показало, что люди, готовые покупать такие устройства, они готовы платить где-то в среднем от 3 там, до 5 тысяч рублей. Powerbank там в среднем стоит от 1,5 до 3 тысяч рублей. Вот мы в этой цене прекрасно с ними можем конкурировать. А учитывая, что рынок там это, ну, там 900 миллиардов общемировой. Еще не забывайте, что есть батарейки, Duracell. Там, я сейчас познакомлюсь с Владом Маткиновым, который Yoko Devices, один директор. И как раз нужна будет такая, такой девайс с iPhone-ом, собственно говоря. Вот. И так как они сейчас продали себя китайцам, собственно говоря, то и я туда же пойду. То ты туда же пойдешь, собственно говоря, по прямой дорожке по одной единственной причине. Потому что все, что выше 3000 рублей, это не масс-маркет, а вам нужен миллионный тираж, да, чтобы нам масс-маркет хранить. А миллионные продажи, чтобы в Китае. То российского рынка может долго еще идти, и в России даже не поймут. Да. Они поймут, мы скажем, что фига мне это нужно. И еще такую историю разут. Я думаю, что касательно Минобороны, вот Александр Галицкий нам все расскажет, как он ходил в Минобороны в свои года и предлагал им технологию Wi-Fi. Есть ли у зала вопросы? Я хочу про конкурентов, но я все про то, что мы завоевываем мир, не меньше. Хорошо, давай. Вы рассматриваете мировых, международных? Международных мы, конечно же, рассматриваем. На сегодняшний день, скажем так, ну я могу смело говорить о том, что в России аналогов нет. Есть там пара проектов. Шарик покрутил, покрутил. Он там, шарик покрутил, это немножко другое. Динамо-машина. Это немножко другое. Другой принцип работы. На каждом велосипеде стоит там. Как же колесо Дубова? Ну, это тоже, тоже немножко. Понимаете, проблема всех вот этих гаджетов, она в том, что нужно что-то делать для того, чтобы получить электричество, да? А мы говорим человеку, что ничего не делай, вот ходи по сцене, оно вырабатывается. Да? Конкурент, что там? Вот. Конкуренты, да. Поэтому, ну, конкуренты, это, естественно, рынок вот этих зарядов, этих аккумуляторов носимых обычных, да? Ну, в перспективе батарейки. Солнечные батареи, может быть, отчасти тоже, ну, то есть минус. Потому что, опять же, солнечная батарея, она не будет вырабатывать электричество, пока ты идешь. Она лежит и вырабатывает. Есть желание завоевать мир. Конечно. Ну, слава Богу. И даже еще пару планет можно. Нет, ну, хорошо, есть вопросы из зала. Сейчас вот, да, вот у нас были первые, но там девушки, там, поэтому им дадим слово. Спасибо.
Добрый день, да, спасибо. Я не знаю, прослушиваю или нет, вот сколько нужно ходить для того, чтобы вот этот заряд аккумулятора был полным и аналогичным, ну, хотя бы, не знаю, одному заряду на батарейке, 100%. Ну, во-первых, нужно понимать то, что ходить везде по-разному можно, да, то есть можно бегать, можно. Вот, ну, допустим, 40 минут бега по набережной здесь, да, это такого, причем расслабленного довольно-таки бега, это где-то примерно 30% заряда айфона. Вот. И вообще, судя по вашей фигуре, вы ходите на спортзал, пока вы бежите на этой дорожке или плывете в этом бассейне, там будет 100%. Ну, мало того, что калории сожжете, вы еще и дорожку... У меня вопрос, на самом деле, тоже самый был. То есть я правильно понимаю, что там еще аккумулятор встроен, и она там заряжает свой аккумулятор, а потом она дает энергию через проводки уже в устройство или нет? Это, да, это та схема, которую мы сейчас применяем, но в перспективе, все-таки, если говорить о генераторе, как таковом электричеством. В общем, он может загонять электричество непосредственно в девайс или в съемный аккумулятор. А соединение между ними проводной будет? Ну, сейчас пока проводной, хотя мы уже думаем о том, как сделать ее беспроводной для того, чтобы там, ну, на расстоянии 30 сантиметров, допустим, айфон в одном кармане, там, заряд в другом, соответственно, нужно заряжать. А если не о беге говорить, вообще существует ли какой-то лимит, скажем так, скорости, ниже которой, перемещаясь, устройство не заряжается? Ну, если вы... Я так понимаю, что там что-то магнитики между собой как-то перемещаются, и за счет смены пульсов там, ну, генерится электроэнергия. Там немножко, кажется, сложнее, да? Немножко сложнее принцип. Ну, просто я думаю, у нас несколько времени, сейчас не буду загружать лишними подробностями. Не совсем так. Но если говорить о минимальном движении, то есть, ну, грубо говоря, если вы идете, это где-то примерно 3 Гц колебания. Этого вполне достаточно для того, чтобы уже прибор начал работать. Если вы, ну, как-то вот идете вот так, наверное, то, ну, это мало. Это идеально. Стоит ли помнить КамАЗ или ЗИЛ, пока они едут там, или УАЗик. Да, это вообще... Там полный заряд будет. По какой-нибудь грунтовой дороге вообще. Еще раз, последний вопрос. Вопрос один и тот же, я переквалифицирую немножко, давайте в количествах шагов. Но все фитнес-трекеры нам диктуют, что нужно пройти в день 10 тысяч шагов. 10 тысяч шагов. Честно говоря, я как бы старался, ну, 10 тысяч шагов, понятно, на отдыхе, где-то там по набережной гуляешь, ты нагуливаешь. Вот. В городском режиме машина, транспорт, там еще что-то, ну, 5 тысяч. Вот. Когда ты занят чем-то, то есть ты не только спортом, а просто в обыденной жизни. Сколько шагов у нас айфон? У вас 6. Плюс, да? 6. Шестерку вы, если вы сделаете 5000 шагов, вы шестерку заряете полностью. 5000 шагов вы заряете шестерку прям. То есть 2,5-3 километра. Ну, да, где-то так усредняем, но побольше, наверное, можно. Где-то так, Все. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо.